Я почувствовал, что за дверью кто-то есть. Вдруг дверь начала медленно со скрипом открываться. За дверью показалась эта ведьма, но только она была не в облике человека, а в своем натуральном облике ведьмы. Она стала хитро улыбаться. Она начала подходить все ближе и ближе, и наконец-то дошла ко мне. «Все», — подумал я, — «пришла моя смерть». Как вдруг ее что-то остановило. Ее душа ведьмы полетела назад, словно кто-то ее притягивает. Я был очень удивлен и крайне шокирован. Я медленно встал из койки и аккуратно вышел из палаты в коридор. Тишина. Нигде никого не видно. Я постепенно начал прибавлять темп, надеясь найти живую душу. Идя по коридору, я услышал странные звуки. Я повернулся в ту сторону, где был звук, и там оказалась комната склада. Я медленно вошел на склад и увидел много душ, парящих под потолком. В потолке было что-то наподобие портала. Также и та ведьма улетала в этот портал. Я попытался докричаться до нее, чтобы она помогла мне вернуться в мое тело, но она уже начала вылетать в этот так называемый портал. И я прыгнул за ней и попал в этот портал. И тут позади меня портал закрылся, и я попал в самый настоящий астрал.